Здравствуйте, дамы и господа. Я придерживаюсь мнения о том, что Земля шарообразная. Да что там, понятное дело, она круглая, так или иначе. Но есть люди, которые искренне верят в то, что Земля плоская. И сегодня, на самом простом примере, докажу, что Земля шарообразная. Я присоединяюсь к тем людям, которые хотят убедить плоскоземельщиков в их нелогичном представлении о нашей планете. Земля имеет шарообразную форму, а ее средний радиус составляет 6371 километр. Есть один интересный факт. В 1956 году Самуэлем Шентоном создана псевдонаучная организация «Международное общество плоской Земли». Его сторонники настаивают на идее того, что Земля по форме напоминает плоский диск, а любые доказательства обратного не соответствуют действительности. Ну что ж, сейчас будет предоставлен очередной и в то же время самый простой пример того, что Земля имеет круглую форму, и это видит человек каждый день. Конечно, все мы знаем, как только не пытались убедить нас люди, придерживающие мнение о плоской Земле. С другой стороны, на это даже интересно смотреть. Перед вами простой вид на небо, простой пейзаж. Если присмотреться на горизонт, то можно заметить, как облака уходят чуть ниже, как будто приспускаются или сужаются. В общем, в любом случае мы их можем увидеть. Но и что дальше, спросят плоскоземельщики. А вот вам и сам пример. Мы видим, что при шарообразной Земле облака приспускаются, то есть это можно назвать эффект лесенки. Да, такое мы видим каждый день, и это возможно только при шарообразности. Вот если бы Земля была бы плоской, то мы увидели бы вот это. Облака просто уходили прямо, и не было эффекта лесенки. Я думаю, этот простой пример плоскоземельщики усвоят и все же поймут, что попросту на плоской Земле не получилось бы существовать, не говоря уже о другом. Но будет интересно услышать ваше мнение и что вы думаете по поводу этого, а также какой версии вы придерживаетесь. Спасибо за просмотр, всем хорошего дня.